Всем привет, друзья! С вами Андрей, и мы с вами в очередной раз продолжаем, но уже немножко в другом формате, на другом сервере и в другом месте. Но мы проходим Майнкрафт в режиме выживания. И у нас мы в прошлый раз попытались найти крепость. В этот раз... Тогда мы еще не смогли найти крепость. В этот раз, я думаю, у нас все получится. Итак, выходим из нашего уже обустроенного домика. И продолжаем, значит, искать эту крепость, которую, ну, на самом деле, очень и очень сложно найти. Итак. Мы сходили в разные стороны. Мы ходили туда. Мы ходили там. Мы погибали там. Нас там обстреливали. А там было невыносимо. Там эти головы летающие, которые нас не оставляли в покое. А мы решили пойти сюда. Сюда было сложнее всего отправляться, потому что здесь, не пойми, какая-то местность такая очень своеобразная. И поэтому... Спасибо, да, домик крутой, на самом деле. Но так как я на сервере не один, но ребят помогают его обустраивать. И иногда зайдешь, а там... Ой-ой, я убегаю. А там какие-то новинки, новшества... Недавно из путешествия там бамбук принесли. Бамбук — это вообще очень клевая вещь. Он, во-первых, красиво растет. Из него можно сделать такие обалденные леса. Ну и в целом эстетично все это выглядит. Так, нет, я почему-то пропустил свою пещерку. Мы тут пытались, но не получалось у нас никак найти крепость. Мы, на самом деле, несколько дней ищем. Но так и не удалось пока что. Вот тут аккуратненько с большой высоты нам мы смогли все-таки спуститься вниз. Ближе к лаве. Хоть как-то понимать, куда вообще идти. Чуть-чуть тут построили. Вот он наш Антоха. Привет. И, так сказать, вот в округе, вокруг такой бушующей лавы. Ой. Мы сейчас будем... Да, и... Он нам помогает строить такой проход. На самом деле... Понял. Блоков нет. Так. Вот. Держи. На самом деле очень сложно искать было эту крепость и продолжать ее искать. Но мне кажется, что мы сходили во все три стороны, и поэтому, я думаю, в четвертой мы ее найдем. Если мы не найдем ее в четвертой, ну, я не знаю, на самом деле, что делать. Потому что если ее нет, ну, значит, вот такой вот фантастический рандом будет. Ой. Мы продолжаем. Где? Есть все-таки крепость? Вот она. Клево. Мы нашли все-таки эту крепость. А вопрос только, хватит ли нам блоков, чтобы до нее достучать. Ну, правильно, да. Под поток лавы. Угу. Есть еще? О. Ну, только вопрос в лесенке. Нет, ни лесенки, ничего у меня нет. И чего это я буду тут? Киркан? Кирка у меня есть. Давай я пройду. Да, точно, я же с помощью кирки могу, давай. Так, сюда, раз, два. Подожди, ты меня сейчас столкнешь. Я же могу упасть. И разбиться. Не разбиться. Тоже кирку дать. Сейчас, даю. Сейчас, как бы тут скинуть ее, а то я сейчас ее кину в лаву. Во. Так. Выше. Выше и вы...
Так, по крайней мере. И чё она так высоко-то, я не понимаю. Чё это такое-то вообще? Сколько туда лезть? Чего? Чего? Чё надо сделать? А, это он мне говорит, что у меня кирка, понятно. Так, ну-ка, стоп. Не, это вот это на. Ага. Опять я взял. Блин. Ой, как это сложно все. Взял? Молодец. Вообще стрёмно, да, тут так? Но, по крайней мере, спустя несколько дней поисков мы наконец-то ее нашли. Все почему? Потому что мы не могли. Читаю. Читаю, что да, можно задавать вопросы, но и туда, и сюда иногда бывает сложно ориентироваться. Трансляция же прямая, все-таки как-никак. Я поглядываю в чат, но боюсь упасть параллельно в лаву. Лестница нужна? Да, лестницы нет. Ну, Ванька есть, Маньки нет. Манька есть, Ваньки нет. Вот оно, как обычно здесь. Что там? Что там? Так, идем. А что это он достижение получает, а я нет? А я такой сзади иду такой. О, я тоже получил. Итак, идем сюда. Так, отлично. О! Ну, без золота я не пойду, подожди. Золото мне нужно. Так, ну, немножко я тут побил много блоков. Забираю все. Ой! Это что такое было? Это был, кажется, ифрит, да? Или мне кажется? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я его убью. Ай-яй-яй. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. А чё? А чё они нас обстреливают-то? Тихо-тихо-тихо-тихо. А, тут бесполезно, да? Да. Так, есть, по нему я бахну. Оп. А у меня есть вообще-то, подожди, я убегаю. Я не трус, но я боюсь. Сейчас я спрячусь. У меня был... Был арбалет, которого нет. Он клёвый вообще. Это чё, лава, да? Так. А... Вообще, по идее, а нельзя их отбивать, эти их пулялки? А мы сейчас проверим. Боже мой. Почему он там... Короче, он там как-то неудобно. А он не может поближе сюда прилететь? Ну ладно. Золото-алмазы — это более чем нужно, а уголь вообще всего нужнее. Да, это я согласен, уголь нужнее. Но мы сейчас не можем отправиться в ад, пока... Пока не найдем вот эту палочку ифрита, чтобы сделать какую-то штуку. Для того, чтобы эта штука, по-моему, привела нас к порталу к дракону. Ну как его убить? У меня нет это. Вообще, где мой арбалет? Так, у меня ни нити, ничего нет. Ну, как бы тебя... И прыгнуть туда не прыгнешь. А чё там? Ладно, пусть он пока там летает. Может, здесь кто мне? Здесь тоже ничего. Ну. Ладно, идем дальше. Фиг с ним, пусть он там летает. А, что такое? Что такое? Почему я горю? За что? Я вообще никого не трогал. Батюшки!
Блин. Так, спокойно, я подкреплюсь. Сейчас, 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 сейчас. Тихо. Потуши. Боже мой. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, как у меня... А стрёмно-то как на самом деле? Чё так народу-то много? Да ладно тебе. Потушите, огнетушитель нужен. Да что такое? Кто там еще сверху стреляет? Так, на. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот мне интересно спросить, Антона, мы убиваем? Мы разрушаем эту спаунер. А, вот он. Нет? Ну ладно. А я с булкой на него пришел. Я тебя закормлю. Боже, боже мой. Как же ты тут... ты бешеный. Слышь ты, ты чё тут мне на... На. Вот так. Не бью... Чё делаешь? А, ты хочешь Я поубиваю, я понял. Я понял. Застраивай. Так, хорошо. Ой, иногда что-то происходит, что... Я вообще не всегда понимаю. Ник в этом... В Майнкрафте XXX... А какой у меня ник? Подожди, у меня ник... XX... Сейчас... То ли 4, то ли 5X. Рон и 5X. Ой, что такое? Что такое? Так, у меня 4 палочки есть. Сейчас, 4... Чё, опять кирка? Я ж тебе... Блин, я ж тебе давал кирку. Так, и чё? А чё делать-то? Я вообще, честно говоря, иногда... Что он делает, я иногда не понимаю. Ну, обычно люди знающие разберутся, подскажут. Чё творит? А-а-а. Чего? Чё делать? Слушай, мне надо подкрепиться. Ждём-с. А чё ждём? А, сейчас даю, подожди. На. О, палочка. А, что такое? Горю, помогите, спасите. Вообще хорошо здесь воду держать, но здесь нельзя. Воду, к сожалению, в аду воду нельзя держать. Пошел вон. О. Вопрос только, сколько палок. Вот, на самом деле, какая-то паника сейчас. Штук 13, понятно. Для чего палки? Для того, чтобы что-то, короче, сделать, для того, чтобы отправиться в телепорт. Найти, точнее, некую... Угу. Найти некую... не гробницу, а как ее? Пещеру, которой мы сможем найти телепорт.
Как я понимаю, тут задержка происходит, трансляция, но комментарии читаю, вижу. Восемь. Сейчас дам, подожди. Окей. Вообще на панике, на самом деле. О. Не, сейчас более-менее еще поспокойнее. Идем, пойдем куда? Беги. Вот бы еще хорошо запомнить, куда мы шли. Ой-ой-ой-ой. Ну за что? Я же... Ты же в этом... В самую пятую точку. И главное, огнем. Поджарил, так сказать, мою... Эту сам... Оу. Там еще один. Ну, я туда не пойду. Да не тут... Мне кажется, мы не туда идем. Или туда. Слушай, мне... О! Нет, не туда мы идем. Мы с тобой вообще не туда пошли. Почему минус ты? Чего это минус? Не туда. Надо было ставить эти нам опознавательные знаки, где наш выход. Потому что обычно я ставлю эти факелы. Не сюда, подожди. Ты куда-то не туда пошел. Вообще мы должны... Да, конечно. Я тут это лавирую между огнями. Так, короче. Слышь ты. Вот так. Значит, так. Нет, не сюда. Господи. Прям артиллерийский по нам обстрел. Ну, наверное, туда. Скорее всего. Это вообще... Что за народ такой? Господи. Блин. Бежим сюда хотя бы. Не сюда. Так, вот смотри, я бегу. А, бегу. Вот здесь мы нашли. А нашел я, скорее всего, вот здесь, наверное. Вот. Нет, это не здесь было. Ой, как всегда, вот зайдешь куда-то не туда и начинаешь... Это что? Это не сюда. Ну... Слышь ты, я тут. Бежим, я убегаю. Все, я понял. Так, если не сюда, был убит... Блин, где это был убит-то? И куда его, кто его убил? Пелигин. Или... Это не туда. Товарища убили. Ни за что. Только где его убили? Вопрос. Может, здесь где? Да нет, это все равно не туда я иду. Блин. Вот тебе и задача. Слышь, этот самый... О. Господи, еще и стреляет. О. Опять не. Куда ты мне стрельнул? Ты. Я бы сказал, что это некая...
Да я понимаю, он бежит. А мне-то как отсюда вылезти? Так, еще раз сообразить надо. И это... Вот туда, вот там. Во, я понял. Сейчас собираю его, все шмотки. Вот здесь он погиб трагически. Ой-ой. А, смотри, во, нашел. Отлично, отлично, я нашел. Нашел выход. Все я собрал, да, все его пожитки. А все или я там собрал точно? Ну-ка. Слышь, башка. О, ты как химера прям. На, стой. Куда? Стой. А, он за наростом. О, тут какая-то... Чё, он мне скинул? Ну ладно. А я взять не могу. Ну, выкину гравий. А чё я такой голодный-то? И чего он? Куда он убежал? Иди ко мне, я дам броню. Я туда не пойду. Надо пойти и уже готовить, как бы, смесь, наверное. Подожди, как он спустился туда? А как туда спустился-то? Я не хочу туда. Ладно, сейчас мне надо тогда аккуратно спуститься вот так. Так, тебе, значит, вот штаны раз, боты два, кепка три, твоя броня четыре, меч твой пять, на, вот, на тебе этот колотый твой, эту штуку, что тут еще твое яблочко, на тебе, а, тебе надо было хотя бы это несколько штучек дать. Так. Чё, кто тут? Да, пойдем, куда? Чего? Не туда? Сюда? Куда идти-то? Да что ли? Я понял, туф надо поставить вот так. Да. Совсем другое дело. Абсолютно. Мне кажется, ли мне звук... А, это звук, будто кто-то это прыгает, это башка. Все, идем отсюда. Ну, самое время, значит, отправиться прямо вот туда, к дракону. Я надеюсь, что у нас все получится. Но чтобы к нему отправиться, надо сначала это... Так, подожди, только тут надо аккуратнее. Надо сначала это, найти подземелье. И еще выжить в подземелье. А в подземелье я не знаю, что там. Ну, там должно быть полегче, по крайней мере, мне так кажется. Ну, вот в отличие от этого адского местечка. Вот идешь вот по таким крутым склонам, а аж это... Поджилки трясутся. Еще тут лава. Все, идем. Еще вот эти звуки этой башки, если она начнет стрелять, это будет очень опасно. Идем. Мы должны сейчас будем сделать штуку, которая позволит нам выпускать ее. Она будет взлетать в нужном направлении, например, ну, где находится та пещера или крепость. И мы сможем это... Боже, мы потерялись. И мы сможем идти в том направлении, а потом, грубо говоря, копать вниз.
До тех пор, пока не найдем пещеру. В нее попадем. И там надо будет в части лабиринтов. Ну, можно, да, можно через это, да. В части лабиринтов, короче, отыскать портал. А вот дальше самое будет, наверное, жесткое. И с одной стороны жесткое, с другой стороны интересное. За мной бежит вот эта большая свинюшка, которая меня хочет ударить, убить и съесть. Но я за ней ее не трогаю. На нее не обращаю внимания. Была у меня серия, когда меня вот такая свинюшка ввела в панику. Я пытался с ней сражаться, и в итоге это упал. Разбился, так как был режим хардкора, то это было все. А что такое? Что это такое? Кто поставил? Что за... Да все, идем. Я здесь. А чё, кто двери-то снес? Такую со стрелой в башке. Взорвались двери? А как так они взорвались? Надо же поставить новые. Где двери? Вот они. Пойду поставлю. Значит, сейчас он будет делать такую штуку, которая будет как ориентир. Надо будет пирогов понабрать, тыквенных. Вот тыквенные... Берем нужные резцы. А какие? А у нас есть вот такой стол. И вот такая... И так, самогонный аппарат. А. Так, мне надо что-то выложить, потому что я вот такой переполненный, не могу идти. Мечи, кирки. Ага. Ну, это есть. Надо взять с собой арбалет. Вот что мне надо взять с собой арбалет и побольше еды. Кровати много. Кровати? А. Ща. Еды много. Я понял. Так, гравий сюда. А зачем мне уголь? Возьмите это в камень. Так, хорошо. Кирпичи. Выложим. Полотый сланец сюда, всякая шляпа из ада сюда, Назарак это низ. Ой, как это все сложно сортируется. Какие-то непонятные. Саженец дуба у меня зачем-то. Вот такой вот саженец дуба. Так, выложи, он мне не нужен. И золото мне не нужно. Пока что. Наверное, сюда можно покидать это. Кожу. Какой-то, а? И это. Так, все. Кирка. Так, золото здесь не надо. Так, кирка. Мне нужна. Так. Можно оставить вот эту вот. Она мне не нужна. Все. Вроде бы все. Так. Он говорит, еды побольше. Ну, давай печеный картофель возьмем. Вот, кстати, надо взять с собой арбалет, потому что там все-таки будет летать, если уже, ну, наперед заглядывать, то там будет дракон летающий. В него надо будет стрелять. Вот они стрелы. Так.
Какую броню сделать, я не понял. Так, ладно. Что еще надо? Кровать, он сказал. А кровать из чего? Что делать с кроватью? Тут я забыл. Шерсть, что-то еще надо, да? Ой, прям сколько много. Где кровать-то? Где кровать? А, вот она. А, у меня есть доски, осталось только шерсть. Шерсти полно, потому что овец мы заранее завели. Ну, пусть будет две кровати. Что там еще ему надо? Еды? Ну, да, картошка. Ну, и тогда вот это. Ну, пойдет так. Наверное. Там его фиг его знает. Так. Все ли нормально? Ой, пока мы его ждем. Кстати, ага, целый этот самый у нас загончик со скотом. А что тут делает курица? Ну, не важно. Солнце садится. Ну, сейчас зомби пойдут. Чего? А, да, забыл. А, да, забыл. Чего? А что он делает? А. Так, переспим, как говорится, перед дорожкой. Так, теперь на тебе кровать. Я три яйца выложу. Так. Поставлю-ка я. А, шерсть надо выложить. Шерсть мне не нужна. Ну. Что там в... палка? Так, тебе надо на картошка. Я это с собой не беру. Много кровати. А зачем много кровати-то? Вопрос зачем? Зачем столько кровати? А почему минимум 5-то? Ну, давай сделаем минимум 5, хорошо. Вызвать дракона. Я не понимаю, но... На. Вот кирки. А. Что ты делаешь? На. Так, у меня кирка две. Или можешь еще взять? Ну, давай возьмем еще кирки. Так, сделаем палки. И сделаем кирку. Здесь она делается. Хорошо. Так, я сделал. На. Пойдет. Еще одну. Так, все, сейчас идем, идем. Все, пойдем. Только надо. Да я взял, что тыкву-то опять? А, он про тыкву имеет в виду взять, который на голову надевается. Для того, чтобы эндермены нас не убили. Ну, не смотрели бы на нас. Как же? Как ее сделать-то? Я что-то не понимаю. Что он там делает? Что происходит? Что за звуки? Куда идти-то? Куда смотреть-то? Где ты? А! О! Смотри-ка!
Давайте глаза на глаза. Угу. Так. Вот туда. Идем. Подожди, а может компас я возьму? Секунду. Может компас взять? Нет? Да? Нет, да, нет. К дому, да, который, да. Подожди, ну за... не проползаю я. Вот отверстие не проползаю я. И все. Да все иду. Ребята, мы чуть не сгорел уже. Боже мой, это, кстати, придумал я эту ерунду с этим безобразием. Ну, нормальный я такой. Плывун. Пловец. Кто? Я же думал, его кто-то убивает. Ух ты, что там? Я вообще правильно иду? Если честно, я вообще не понимаю, куда мы идем. Подожди, ты куда? Да вот ты чё-то такой резвый прям. Так, и чё? Так. Ты правильно хоть идёшь-то? Давайте смотрим, куда запустит. А, никуда он не запускает. Чего? А где ты взял уже обсидиант? Ой, путешественники, а. Он сразу сменился биом. Когда я уже понял, что с контролом. Плывем. Так, и чего? Мы правильно вообще идем-то? Или мы уже сбились с своего пути? Так. Ой, там что-то горит. Или кто-то горит. Кому-то нужна помощь. Нет? Ну ладно, нет так нет. Овечки такие счастливые. Ну, я вообще-то не успел. Старый я стал. Устал, не могу так быстро ходить. Что-то я его потерял. А вон он. Да вот я. Плывем. О, мне так нравилась фраза Command Conquer, когда играл там за шпионов. Вот там, когда их посылал, они на дельтаплане летали, они такие говорили, мы парим. Такая фраза прикольная была. По крайней мере, в переводе она звучала с классным спецэффектом. Гля, какие деревья-то, а! Прям эти.
как их, вековые секвои. Секвои вековые. А вот и эти самые коровки. Му, да, му. Может быть, пора кинуть эту самую? Нет? Мы правильно вообще идем-то? Может, мы не туда вообще идем? Уже. Может, это где? А зачем ты разбил? Что такое турбовеник-то? А, мне надо тоже поесть. Ну, я, короче, ведомый сейчас. Вообще такой пассивный зритель практически. В этом всем деле. Мероприятие, так сказать. О, лошадки. Прикиньте, сколько, да, пехоть до лошадок пришлось бы, чтобы их найти. А сколько идти обратно, чтобы их... прирученными привезти домой. Не, ну там можно, по идее, на них можно и вроде приехать. Ну что, на пирамиду Хеопса забираемся? Так. Чего? По-английски ТФФФ. Еда нужна? Нет, нет, нет. Ну зачем? У меня есть. Булка. Тыквенный пирог, между прочим. Мой любимый. Обожаю эти тисковины пироги в этой игре. Нет, в реальности я его ел, может быть, за всю жизнь, ну, 1-2 раза. Я больше не ел тисковины пироги. Но вот не довелось, не знаю, никто не готовит. Не угощали только где-то в гостях. И то, какой гостях? В кафе эта булка продавалась. Угощали, угу. Дождешься тут. Ну, вообще, по идее... А, еще ел тыквенный суп. Такой вкусненький. Оп, ты вот это здорово, ты, конечно, придумал-то, а? Тут переградил мне дорогу. Ладно, я обойду. Че, нет, да? Спать надо ложиться. Спать надо... О-о-о-о! Глин. Глянь, точнее. Глин и блин и глянь. Вообще. А что это? Это все тыквы? А, или что это? А что такое оранжевое? Вообще никогда не видел оранжевое. Это самое. Подожди, стой. Спать. Что это? Сейчас я поставлю, подожди. Обалдеть. Что за оранжевая эта самая долина-то? Да я сам. Сперли мою кровать. Ну ладно. А, просто красный песчаник, понятно. Я, кстати, вот сколько играю в Майнкрафте, впервые вижу красный песчаник. Не знаю, какой. Овечки. Белые и черные. А чё вот, где их можно разноцветные такие найти? Мне прям интересно знать. И шли они... Да, еще только не упади, пожалуйста. Я ж так не такой резкий. И шли они 2 дня и 3 дня и 3 ночи. Да я иду, иду, иду. Я здесь. Чё я останавливаюсь постоянно? Чё? Чё такое? Почему туда? Мы же вроде наискось шли. Напел эту Аллегрову, теперь этот мотив из головы не выходит. Клюшки.
А, нет, или Успенская. Типа песня-то пропадаю я. О! Смотри, деревня. А. Понятно. А что у тебя морковка делает? А что ты весь это? А. Это я лагаю. Нормально, да? Он стоял, типа, под ним земля двигается. Такое, такие следы будто бы остаются. Он стоит на месте, а я такой даже понять не могу, что происходит. Зачем тебе свинец? Зачем ты... Вот зачем ты ее приручил? Почти. Ну, не почти, а поманил морковкой. Надо было ей дать морковку. А, так смотри-ка, а, во. Наверное, здесь? Не, ну, вряд ли. Прикольно. То есть мы, в принципе, ее нашли, можно так сказать. А можно не сказать. Ой, смотри, цыплятки. Так. Может там? Ой, а может здесь? Что за метод? Земля усыпанная пещерками. Вот так не заметишь и это, и провалишься. Ничего. А, понятно. Идем дальше. Надо вот, знаешь, подожди, подожди. Попробуй еще раз кинуть. Наверное. Ладно, поплыли тогда так. А ты в воде умеешь есть быстро? Еще. А, ю, быстрее, быстрее. Я чуть не задохнулся. Привет, привет, Кирилл. Я тоже тебя помню с лагеря. Но я так и знал, вот прикинь, да? Где она? Вон она. Ловлю, ловлю. Ой, я сейчас задохнусь. Я вообще куда иду-то? Сюда, наверное, да? Так. У меня было подозрение, что он может, эта пещера, быть в этом. Ну, прям на берегу или вот под этим островом. Так. Я поймаю, я поймаю. Сломалась. Да, информатику точно вел. А что, ты сейчас не учишься, что ли, в ней, в школе? Ну, правильно, правильно, смотри. Вот здесь, скорее всего, да. Так, мне нужно только... Вот так. 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 Нашел. Нет, это диорит. Это всего лишь диорит.
Ничего не видать, да? Что? Что такое? Что за морковка у меня тут? Почему морковка? Где мой факел? Так, давайте-ка мне этот свет. Я, во-первых, не вижу ни хрена. А, походу, он подо мной. Оп! Привет. А вот и я. Так, посмотрим. Так, что здесь? Я думаю, здесь надо идти вот сюда. О, я тебя постреляю сейчас. Что ты мне достреляешься тут? Слышь ты, хулиган? Я ухожу от тебя. Ты мне не интересен. И вообще, скорее всего, мы вообще не сюда пришли. И нам вообще не сюда надо было. Надо было нам куда-нибудь в другую сторону. И вообще, откуда я упал? Наверное, чего это? Что это за конструкция такая? А куда он ушел-то? Чё это? Алло? Куда идти? Спасите, помогите. Тупик. Уголёчек есть. А может уголёчков понабрать, ну, чтобы у меня были эти... А я вижу, он там ходит. Вниз. А, так значит вниз идти, что ли? А чё вниз-то? Ты бы сказал. А, я... А как спуститься называется, да? Ладно. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас спустимся. Секундочку. Дорогие, секунду. Сейчас все будет. Я иду, 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 иду. Вот такой вот. Вон она! Нет, это колотый сланец. Это не она. Слышь ты, ты чё его бьёшь это? Слышь, скелетон, вот так, на, правильно. Так. Это чё? Это сколотый сланец. Киньте, чего? Чего кинуть-то? Я не совсем понял. Чего кинуть? Иногда вообще не понимаешь, о чем идет речь. Чего кинуть-то надо? Скажи, я кину. Шарик, что ли? Чего надо кинуть? Чего кинуть-то? Я чего взял-то? Может, я чего взял не то? Куда? Что? Что? Куда? Кинь-то! Киньте! Что кинуть? Глазик, что ли? И чё? Морковку? Можешь вот это кинуть? Он имеет в виду. Блять, куда она делась? А, туда. О, кстати, железо-то нам надо. Так, идем. У меня такой осветительный прибор буду. Я думаю, здесь надо еще вот сюда проверить. На всякий случай. Нашел. Так, на... А, вот она. Ну, давайте проверим. Смотрите, какая пещера, да? А что это?
Ну-ка, вот так. Отлично. Вошел, вышел. Куда идти? О, пусто. А здесь? А тут? Вообще темно. Заберем. Тут лестница есть. Какая интересная лестница. Что здесь? А тут? Нажмем. О, спуск. Еще. Подожди, ты давай это не заруй. Не, ну так... А что это? Зачем ты поставил? Не надо. А где нажать? Это ж темница. Здесь что? Здесь ничего. О, библиотека. Сейчас иду, иду. А я тюрьму нашел. Так, можно я тогда дверку вот эту вот пахну? И вот это вот заберу себе. Сюрприз. На память. Железная все-таки как-никак. А это лабиринт, и я это место проходил. Володя, поздравляю. Вот мы сейчас то... Мы вот сейчас тоже пытаемся пройти. Кнопка. Когда не получается с первого раза. Ну что это такое-то, а? Куда идти-то это? Антонио, ты где? Иду, я иду. Подожди, вот я вижу твой ник. Я иду на тебя. Так. Вот, где библиотека? Вниз? Когда пришел вниз, а там тупик. Ну, наверное, вот сюда. Наверное, не сюда, наверное. Куда-нибудь. Куда идти там? Наверное, вот сюда в открытую дверь, да? И куда я попадаю? А вам не кажется, что я иду туда же, где я был? Да. Ну, главное, я не потерялся. Нет, точнее, вот... Спокойствие. Это просто двери. Так, сюда мне не надо. Сюда там тупик. Там... Так. Это мы снизу пришли, значит, надо идти сюда. Да. О! Это все мне не нужно. Так, и что это? Где библиотека-то? Или это сюда библиотека? Что такое-то, а? А там есть что-нибудь? Ничего там нет, короче. Может, сюда? Что так страшно-то становится? О, смотрите, это железо есть. Железо надо, кстати, выковырить. Не знаю, зачем оно, но пригодится. Ой, в быту все пригодится. О, смотри-ка. Вот здесь, наверное, вот оно вижу. Я вот тоже не знаю, где кто. О, смотри, еще спуск. Ой, нашел, нашел, нашел. На 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 на
На-на-на-на-на-на-на. Пропадаю я. Тра-та-та, тра-та-та. Это такой победный танец. Ой. Это были ботинки, если что. Да, это были ботинки. А координаты сейчас 130 1334 минус 1334 6 и минус 1599. На. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Давайте посмотрим, что тут есть. Может, тут есть какое-нибудь это самое? Что-нибудь? Нет, ничего тут нет. Ну и ладно. А что тут есть по соседству? Ой, тут есть ниже. Здесь можно все... Чего? А что это здесь? Так, факел. Единственное, в чем загвоздка, то, что у меня это самое, нет угля, а факелы нужны, наверное, нам потребуются. Так, здесь нет ни угля, ничего. Все, идем отсюда. Начинается вот это вот. Ну, ничего страшного, я думаю. Мы можем продолжить завтра. Я думаю, с драконом... Чего? А. Понятно. Вопрос только, я забыл, как это запускать, эту штуку. Ладно, к этому мы вернемся уже в следующий раз, в следующей серии. В принципе, на этом, я думаю, можно остановиться и закончить. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все координаты у меня есть в описании. Пишите свои комментарии, пожелания. И на этом пока все. До новых встреч.